Приветствую всех на своем канале Акварелька. Зовут меня Наталья. Сегодня мы в магазине Светофор. Посмотрим, какие здесь товары, какие цены, что изменилось, что нет. Не была я неделю. Посмотрим, вот есть стремянка-табурет разборный, 2 ступени, 599 рублей. Кстати, эта ступенька была дороже. Сейчас на нее скидочка. Ну вот образец, если дойду до образца, покажу вам. Есть шланги по 409 рублей поливочные. А здесь 20 метров, трехслойный, военный. Кому-то нравится, писали, а кому-то нет. Тоже здесь кому как повезло. Ленор 186 рублей, 4 литра. Очень большая вот эта бутылочка. А, кстати, есть антимоскитная сетка. Она имеет вот такую вот в виде раздвижной сеточки, 100 на 210 сантиметров. То есть такая, как штора на магнитах. Так, цена, не вижу я ее. Так, не вижу цену. Но она стоит недорого, в пределах 100 рублей где-то с чем-то. Кашпо с поддоном 152 рубля на 27 литров. Белого цвета в этом магазине смотрю. Концентрат Дизинфедор, антибактериальное средство для работы по дезинфекции жилых помещений, стоит 237 рублей, здесь 5 литров. Такая вот большая канистра, фитоспорин 40 рублей, 200 грамм, веники по 103 рубля, садовая дорожка, форма, в набор входит две формы, перчатки есть. А форма стоит 336 рублей. Тосол 229 рублей. 5-литровая канистра. Масло 419 рублей. Стиральный порошок Миф есть. Так, цена, сейчас мы дойдем. Эконом стоит 90 рублей. Стиральный порошок здесь 3,5 килограмма. Автомат. Вот, стиральный порошок Миф стоит 5 килограммов, 400 грамм, 242 рубля. И есть также здесь средство для посуды АОС, 69 рублей, 1 литр, большая упаковочка. Новый кондиционер для белья 2 литра 800 миллилитров, 79 рублей 40 копеек. Это Фортелла. Очень хороший был от Фортелла гель для стирки. Сейчас я смотрю, его нету. Пимакс стоит 289 рублей. 6 килограммов. Вот такая большая упаковочка. Летом, кстати, очень быстро уходит стиральный порошок. Приходится его набирать много. Есть кондиционер для белья Фортелла. 3 литра, 200 миллилитров. 75-60. Такая красивая голубая упаковочка. Горная свежесть. Отбелитель для белья 600 грамм, 32 рубля всего лишь. И стиральный порошок Биостар автомат универсал, 9 килограммов, 281 рубль. Жидкое мыло 48 рублей, эконом здесь 5 литров. Также есть детский стиральный порошок Нефис, 4 килограмма, 175 рублей. И также антисептик есть. 5 литров зеленый цвет, 178 рублей. То есть антисептиков большой здесь выбор. Очень много. Мешок для мусора 60 литров, 58 рублей. И 120 литров 10 штук, 21 рубль. Но тут вот разные мешочки. Вот это вот мешки для мусора с завязками на 35 литров 40 рублей стоит. Вот ценник. Вот именно вот на этот вот. Зубная паста Промис. Плюс 120 грамм подарок. Общая 145 грамм упаковка. 26 рублей. Произведено в Индии. Кстати, очень хорошо понравилась вот эта пенка, очищающая для всех типов кожи. Фантазия называется. 150 литров 99 рублей. Я смотрю, новые коробочки открыли. И также есть мицеллярная вода Фантазия. 33 рубля 20
копеек. Здесь 400 миллилитров. Тоже хорошая мицеллярка. Мицеллярка всегда нужна. Свежитель воздуха антитабак 36 рублей 400 миллилитров. Есть жидкое хозяйственное мыло 40 рублей литр 300. Такая вот упаковочка. И также средство универсальное 38 рублей. То есть подходит для всего. 10 в одном. Чистящий такой гель. Средство для мытья посуды 21 рубль. Литровая вот такая бутылочка с лимоном. Тоже вот экономная упаковка. А еще есть средство для мытья посуды гелевое 500 грамм 28 рублей 90 копеек. Оно еще вот зеленого цвета, там с лимончиком, а здесь вот с алоэ вера, по-моему. Чистящий крем универсальный, моющее средство 500 миллилитров 35 рублей. Средство для очистки акриловых эмалированных ванн 48 рублей. 750 миллилитров. Ваниш 98 рублей. Это пятновыводитель 620 миллилитров. Лейки 113 рублей на 10 литров. Он идет с рассеивателем. Белизна 32 рубля. Здесь 3 в одном, 3 литра. То есть вот пропадала белизна. Сейчас заново завезли много ее. В светофоре. Вот для ванн новое средство чистящее. Антижир. Так, это для ванн. Ценника не вижу. Но сейчас дойдем, возможно. Крем-скраб, медовое мороженое для тела. А, здесь 250 миллилитров, 74 рубля 40 копеек. А, кстати, вот вижу несколько видов. Кофейный мандарин, тоже для тела. Одна из новиночек, большой очень тюбик. И также вот мы видим зимняя вишня. Ну вот это вот было, а подвезли вот еще вот эти вот новенькие средства по выгодной цене. Ну это вот пенка, гель-пенка для интимной гигиены Natural Beauty в ассортименте 800 миллилитров. Я каждый раз показываю, очень хорошая, 53 рубля 50 копеек стоит. Ополаскиватель для полости рта для всей семьи 33 рубля всего лишь. Бюстгальтер 145 рублей. Такие вот симпатичные. Можно выбрать любой размер. Вот такие размеры. Носки мужские, три пары, до 29 размера, 36 рублей. Произведено в России. И вот еще одна новиночка. Появились сандали женские. От 36 размера до 45. Есть сланцы, 338 рублей. Смотрите, какое разнообразие. Вот такие беленькие, аккуратненькие, смотрите, классненькие. То есть моделей много. Выбрать можно любые. Вот такие есть блестящие, еще даже не распакованные, красненькие. Такие блестящие. Довольно симпатичные. Так, это вот я 39 размер достала. Смотрите, какая подошва. Удобная. Вот сейчас вот летом ходить. Вот эти тоже понравились. Очень розовенькие. Такая подошва, как пробковая. Вот сбоку сделан рисунок. В общем, цена, вот видите, 338 рублей. Очень дешево, доступно, красивые модели на лето, замечательный товар завезли. Обувь. И есть еще вот такие кеды
по 249 рублей. Мужские, женские. Еще раз повторяю, что они маломерят. Надо брать на размер больше. Вот такие швабры по 125 рублей. И вот еще вот такой вот цвет. Оранжево-красненький. Я покупала вот такой зелененький. Коврики по 260 рублей. Туалет, ванную. Средство дезинфицирующий антисептик литровые. Бутылка, жидкость для рук 186 рублей. Вот такой вот. Я его перелила в маленький пузыречек с дозатором. И хорошо можно опрыскивать и руки, и поверхность, ручки дверей. Входной двери, допустим, да. В общем, классное средство по доступной цене. И вот еще одно средство, которое можно брать с собой. Это гель для рук и лица с антибактериальным эффектом. 100 мл, 48 рублей 80 копеек. Есть запах спирта, присутствует в этом средстве. И здесь очень много полезных таких свойств, как алоэ вера. То, что не портит кожу рук, не сушит. То есть вот это вот я советую. Цена, конечно, вообще смешная. Вот. Вот такой вот парогенератор стоит 554 рубля. Здесь на 200 мл жидкость. То есть надо следить, чтобы оно не заканчивалось. И вот здесь вот такое отверстие. 800 ватт. 15 минут непрерывного пара. Температура пара 98 градусов. Вот я еще хочу купить сегодня вот такой вот фен себе. У меня сломался старый. Вот, он очень легкий, в руке держать удобно. И вот здесь вот удобная такая насадка. Стоит 497 рублей. рубля. Вот такая сковородка, очень такая тяжеленькая. То есть это не 2000, как в других магазинах. Очень доступная. И, кстати, уже ее опробовали многие знакомые. Говорят, что хорошая. А, кстати, вот сковорода есть еще по 157 рублей. Сделана в России. Очень она легкая, тоненькое дно. Кстати, здесь были керамические кружки. Смотрю, их моментально разобрали. Вот они были вот здесь. Я успела две кружки взять. Хотела еще добрать, уже нету. Но вот у кого есть, завезли, берите сразу, сколько вам нужно, потому что потом не будет. Так, вот это вот у нас симпатичные сахарницы, конфетницы, 11 сантиметров диаметр, 39 рублей 80 копеек. Мне кажется, подмороженное тоже подойдет, если вот кто делает мороженое. Кстати, заходите ко мне на канал, смотрите, у меня есть рецепт мороженого, как я сама делаю. Очень вкусное, можно сделать в домашних условиях. Банка стеклянная 0,95 литров твист. 17,30 стоит. Вот здесь вот есть. То есть для завинчивающих крышек предназначен. И тут же вот эти крышки можно купить. Твист, упаковка 20 штук, 54 рубля. Я тоже уже себе взяла, приготовила. Сахарная вата. Я сладкая. 200 грамм, 58 рублей. Большой выбор одеяла. Эконом бамбуковое. 400, бамбук называется, двухспальная, на двухспальную кровать 200 грамм, 407 рублей 10 копеек. То есть вот эту информацию я читаю, на полторку 349 будет стоить. Изюм отборный микс, солнечные витаминки, 900 грамм, 197 рублей. Консервы для собак 62 рубля. Маленькая Петти. Фисташки 374 рубля. А вот здесь ягодно-фруктовый чай есть. Так, на фисташке 374 рубля. Интересно, а где они? Что-то я не вижу. Так, вижу арахис жареный, соленый. 84 рубля стоит упаковочка. 500 грамм. Фисташки разобрали? Нету? Все, фисташки закончились. Семечки 30 рублей. 500 грамм жареные. Так вот какие-то новые, смотрите, наполнители, силикогелевый наполнитель. И консервы для кошек маленькая Бетти, говядина в желе, 26 рублей. И маленькие упаковочки, по-моему, их по 8 рублей брала, вот это вот, 26 рублей. Мука пшеничная ладья,
10 килограмм 247 рублей. У меня вот сейчас мука очень быстро расходится, потому что расходы много. Печем, ягоды спеют, что-то всегда приходится печь. Финики сушеные Иран, килограмм 113 рублей. Вот информация. Такие вот иранские финики сушеные. Но финики вкусные. Перловка 32 рубля килограмм, а здесь 1,5 килограмма даже. 1,5 килограмма. Килька 30 рублей. Вот такая вот. Макаронные изделия твердый знак 119 рублей 3 килограмма. Вот они большие здесь упаковочки. Риса, гречки я вижу только вот в таких варочных упаковках. Увелка 8 пакетиков по 80 грамм 47 рублей 60 копеек. И вот такая гречка тоже, ядрица, в варочных пакетиках 40 рублей. Вот развернемся. Вот только такие. Рис и гречка. Большой выбор приправ различных, супов. Так, это вот 18 рублей. Кстати, есть квас. Вот кто сейчас очень жарко, это вот здесь есть целый набор для приготовления кваса. 39 рублей стоит, 190 грамм. Специи, конечно, большой выбор. Вот эти хорошо разбирают по 17 рублей, здесь 200 грамм. Приправа хмели сунели, сюда добавляю вторые блюда. Приправа для курицы осталась и приправа универсальная. Так, вот это вот разобрали для шашлыка. А вот это вот пока интересно осталось. Для плова. О, кстати, плов надо приготовить. А вот есть приправы для маринования огурцов, помидоров без соли. 13 рублей стоит. Пока вот есть. Лаврушка 19 рублей. Лавровый лист 50 грамм. И вот 40 грамм 14 рублей. Такой большой упаковочки. Пюре фрутоняня 90 грамм 20 рублей. Такие вот маленькие. Со злаками. И также вижу каша фрутоняня безмолочная для детей 6 месяцев. 20 рублей. Такая, по-моему, сок. А где каша? А, вот каша вот здесь вот, смотрите. В таких баночках. Горячий шоколад 69 рублей упаковка. Яйцо куриное 30 штук. Второй сорт 99 рублей. Горбуша 339 рублей холодного копчения. Форель хвостики 143 рубля. Рулет куриный 214 рублей. Очень вкусный, нам понравился. А вот здесь вот грудинка. Так, цену пока не вижу. Сосиски молочные атяшевские. 168 рублей килограмм. Студенческие сардельки 147 рублей за килограмм. Сыр Гауда 347 рублей. Сыр российский 315 рублей. Крыло утки целое 47 рублей за килограмм. Так, это вот новиночка. Я еще это не брала. Крыло утки. Да, появилось. Грибы, шампиньоны. Колбаски для гриля шашлычные, охлажденные, лоток 900 грамм, 127 рублей. Но вот я брала очень-очень жирные, конечно. Молоко 38 рублей. Язык свиной 298 рублей. Свинина на кости сегодня 169 рублей. Желудки 93 рубля с пленка. И здесь есть фарш также, смотрю. Павловская курочка. Ну, не вижу цен. Кока-кола или кола здесь. 13 рублей. Ну-ка, что написано? Кола. 1,5-литровый. Квас есть. 31 рубль. Классический. Российское шампанское. 164 рубля. Ну, и также для школьников тоже большой выбор.
карандашики по доступной цене 19 рублей. Тут говорю плохие. Нет, мне кажется, очень хорошо рисуют, точатся легко. Со стеркой они. По 46 рублей вот такие текстовые делители, маркеры набора. Очень классный вот этот пластилин. Цветной, мягкий, легкий пластилин, 12 цветов. И по доступной цене тетрадки. Такие грузовички по 235 рублей. Они большие довольно-таки. Мальчишкам одно удовольствие играть. Вот этот вот легкий пластилин стоит 77 рублей наборчик. 12 цветов. Фломастеры 35 рублей. Так, подождите, нет, это пластилин. Пластилин 35 рублей. 10 цветов. Ну, на этом заканчиваю свой обзор. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии. Всем крепкого здоровья, счастья, любви. Пока-пока, до новых видео.